Дедушка, хуйня. Это что за хуйня, блядь? Так, смотри. Погнали. Название комнатки. Знаешь, как называется? Да, Даша Кондрашова, шо? Название комнаты, знаешь как? Сейчас я тебе скажу, только подожди чуть-чуть. Сейчас. Название комнаты. А, как вот у слова есть такое американское? Когда ты получил пизды, а потом понимаешь, что ты восстал из пепла. И ты, ну, называешься этим словом. Как? Привет. Ха. Как твои дела? Кто? Передай привет Мавродию. Ведь он также выбирал машине, то есть никак. По твоему совету я начал играть в Доту 2 и много чего узнал о твоей матери. Точка, не надоело жрать говно. Ничего не понял, блядь, пиздец. Кстати, старая плесень. Что думаешь о имени Юра? Юрочка, ебаный, да? Дурочка. Нормального человека Юрочкой, да, не назовут. Ребор. У меня есть один знакомый Юра. Валера, ну, это ребор. Тот добаев, который с салона Весту спорта, боже. Валера Реборн. Да. Ладно, я понял. Значит, оскорбление продолжается, да? Ясно. Хуета. Значит, смотри, давай немножко проанализируем, да? Рынок автомобилей, да? Я поставил ценовой охват от 0 до 500. Я думаю, это неправильно, потому что это бренд. Сейчас говно всякое, типа приоры будут показывать, которые, ну, нормальный человек в принципе не купит, да? Вот, поэтому ценовой охват — это как женский травмат, понимаешь? Вот. Сделаем 400 от 400, да. Ну, потому что я считаю, что до 400 ничего не найти, это по факту, то есть вообще шлак будет жесть. А вот 400-500, еще если хорошенько постараться, да, можно найти мастер. Вот тебе и все, да. А вот смотря, что мы имеем, то, что имеем, а то, что мы имеем, то мы имеем поутру, потому что вечером не имеем, так как нету. Вот тебе, пожалуйста, да. Значит, Kia Rio третье поколение, да, рестайлинг. Ну, это бренд, то есть, ну, 460 тысяч, я считаю, это вообще цена очень маленькая. То есть, ну, отличная цена, да. Машина 16-го года. Ну, пробег вообще не смотрите на таких машинах. На машинах, где движок меньше 3 литров, на пробег вообще не смотрите. Это похуй вообще. Там движки копеечных поменять целиком полностью вообще не стоит ничего. Поэтому пробег похуй, значит, смотрим на состояние салона. Вот это важнее всего, да. Итак, значит, Kia Rio 3, значит, 460 тысяч, да. Вот, ну, значит, пожалуйста, Самара, блядь, вечная Самара выскакивает, блядь, сука, приделась к компьютеру, там привязалась, Самара, блядь, Самары давно нету, оно все Самара, блядь, я давно не в Самаре, оно все Самара, айхон Самара, блядь, все Самара, везде, блядь, сука. Итак, смотри, Kia Rio, в принципе, можно купить, да, такая машина, как бы, да, ну, простенькая, ну, обычная машинка, нормальная такая, ну, как бы для девочек пойдет, в принципе. Ну, обычно таксисты на ездят, для девочек. Нормально. Audi A6. Это кал. Сразу, ну, вот даже не смотрим. Говно уже старое, усосанное, как ебальник маслача. Лифан тоже не рассматриваем. Это женскополая машина. То есть даже не машина, а рыгня. То есть отрыжка, да. Парке Каен — это отрыжка ящера мертвого, блядь. Так вот, блядь, женщина. Volkswagen Rolla, ну, в принципе, тоже тот же самый, как и Kia, да, то есть Cal. То есть, ну, по сути, нормальная машина. Вот. Ну, за эти деньги, да, можно брать, вообще проблем не знать, то есть Cal. Ну, как бы, машина есть машина, машине рознь, правильно, за эти деньги. Нормальная цена, нормальный автомобиль, пожалуйста. 180 тысяч пробега вообще не считается. Нормальный, значит, ну, я бы не стал именно этот экземпляр вообще рассматривать приобретение, да. Потому что он продается в Toyota Center. Toyota Center Кунцево, я бы туда вообще даже, ну, не ездил. Это такое место отвратительное, там одни глэки, да. Итак, Kia Carrera 6 Spets, то есть, ну, это Kia. Посмотри, Hyundai Sonata 2008 год. Я понял, 8-й год, все, она уже усасанная. Это 8-й год, это уже, знаешь, это бренд. То есть, ну, смотреть машины 8-го года я бы не стал, потому что зачем тебе это? Уже это все, понимаешь? Все машине больше 10 лет, ее даже рассматривать не нужно как потенциальную Дедушка, машину. Привет. Хай. Хочу начать играть на синтезаторе. Какой посоветуешь новичку?
и наушники к нему. Бюджет 50к. Спасибо. Сколько? А, синтезатор какой? Ну, значит, Ямара. Ага, блядь. Проездил 20 тысяч. И движок еще купил за 300. Кто кто купил? Ну ты эксперт, я хуею. Нахуй тогда это говно нужно? Подожди, на чем движок 300 тысяч стоит? Мы сейчас рассматриваем машину в бюджете там до 500. Какой движок за 300 тысяч? Ты что, дядя? Движок какой? Двухлитровый 300 тысяч стоит? Новый, что ли? Возможно. Но мы сейчас говорим об оба движках, контрактах, о различных движках, жаль. Поэтому ты даже не смотри на эту сторону, жаль. Не будь женщина. Если ты сел в машину, поехал на ней, пожалуйста, она рабочая. Что там еще смотреть, боже? Главное, чтобы она не ворованная была и не битая так сильно, что аж деформация кузова произвелась. Вот тебе и все, да. Подушки желательно, чтобы были, обязательно, я бы сказал. Хотя, если ты смотришь машины такого класса, как Kia Rio, там подушки до пизды, они что есть, что нету, по сути, это консервная банка, она мягкая, как хуй мамонта, то все можно прожать с легкостью, вот тебе и все. Вот, пожалуйста, Kia Kerato 6.5. Kia Kerato. Вот это, да, сука? А, смотри. Я ездил на такой машине. Хорошая машинка, нормальная машинка. Правда, она старенькая. 10-й год, но это Kerato, значит, вторая. Ну, я бы ее рассматриваю, в принципе, до 500. Я бы ее рассматривал, ребят. Нормальная машина. Рено Дастер. Что такое Рено Дастер? Это Рено Логан, только кроссовер. То есть, по сути, да, это... Ну, вообще, она не имеет никакого вида. Да, такая машина. Вот обычно, когда машину покупаешь, ты когда ее оставляешь где-то, ты обязательно должен... Пожилой у нас хороший. Пожилой у нас один. Сорёмся все за балами и пизды ему дадим. Ой, Самара, сейчас, городок. Неспокойная я. Успокой ты меня. Сейчас посмотрим. Сейчас зомби запустил, посмотрим. Да. Значит, смотри. Вот. Поэтому, если ты когда машину закрываешь, не оглядывайся назад, значит, это плохая машина. Вот и все. Да. Ну, как обычно, знаешь, машину закрываешь, смотришь назад, там, закрылась, не закрылась, там, уже. Вообще, там, смотришь, вот, всегда провожаешь ее взглядом, скажем. Вот, Рено Дастер — это не та машина, которую можно провожать взглядом. Это вообще не машина. Это машина для женщин. То есть, ну, это для пенсионеров техника. Поэтому, ну, ты же как бы пацан серьезный, да? Какой нахуй Дастер, блядь? На Дастер ездить себя не уважать. Поэтому не надо смотреть на него. Дастер может молодому пацану только по наследству попасть. То есть, может, там дедок помер у него там. Или еще что-то случится там, да, горе какое. То Дастер он только по наследству передается. Молодой пацан его не купит. Диктор канала несет бред. Внимание. А? Диктор канала несет бред. Еще раз. Внимание. Диктор канала несет Давай бред. Давай еще раз. Внимание. Диктор канала несет бред. Внимание. Еще Диктор раз. Канала несет бред. Еще раз, можно? Внимание. Не вахуй-то. Понял, не принял. Значит, смотри, Лада Веста. Ну, Лады мы вообще не рассматриваем, да, как машины, в принципе, да, как в целом существование их на этой планете. Мы тоже не рассматриваем, как Лада вообще, да. Лада и выбери. Значит, смотри, тихо. Так, ладно, все. Хуйдай, Солярис тоже, в принципе, машина хорошая за эти деньги, да. Солярис, потом Пола. Церата, Рио, можно рассматривать, да. Форд Фокус, Параша, даже не смотрите, Кал. Регуль 308, это, ну, это для женщин техника. Машина классная, ну, женская, да. Мазда 6, это вообще уебище. Вообще, Мазда, это, бля, ошибка существования японских авто, то есть, да, по сути. Поэтому смотреть в сторону Мазда, это как смотреть в никуда. То есть, по сути, машина без ничего. Но он не имеет ничего интересного на своем борту. Шкода Фабия — это женская машина. Volkswagen Golf 5-го поколения, уже старый. Да. Renault Fluence — ну, женская машина. Ford C-Max — это женская. Mitsubishi 10-й Lancer — красивая машина. В принципе, стоит рассматривать, если хороший вариант найдешь. Очень сложно найти жезл. Значит, BMW X5 4.4, обуёбище, Кал. Вообще не рассматриваем, корыто уже обсосанное все.
так вот укупить, из бугра скинуть и поджечь, чисто на видео снять, блядь, поприкалываться. Внимание. Автор трансляции скончался. Это запись на канале Twitch TV. Внимание. Автор трансляции скончался. Это запись на канале Twitch TV. Внимание. Автор трансляции скончался. Сука. Это думал, запись на канале Twitch. Да. Подрублю пораньше, нормально посадим, блядь, с людьми, блядь. Нет, сука, прочли эти буллеты. Блядь, суки, когда же они спят уже, суки, а? Падлы, они хоть когда-то спят эти, блядь. Шайтаны, сука. Значит, хуй, ты долбай. Дастер, да? Нормальная машина. Я на ней уже 54-го года пойдет. Езжу. Для девчонок пойдет. Я еще не говорю, что она плохая или там. Я говорю, просто для мужчины она слишком слабенькая. Некрасивая она. Для девочек пойдет. К тебе пойдет. Mazda 6, вот эта вот обычно машина, вот эту покупает. Знаете кто? Кто покупает обычно вот такую Mazda усосанную, старую? Какие-то глэки, которые до этого ездили на какой-то чепырке. И они купили вот эту усасанную Mazda уебищную, каловую. И думают, ебать, я купил себе иномарки, я успешен. Типа у меня иномарки, я успешно чел. То есть обычно лохи покупают такую Mazda. Покупают парашу и думают, что это иномарка. Volkswagen Jetta. Это кал. Уже все. У нас, ну, слишком женская. Да. Ну не, машина прикольная. Рассматривает до 500 стоит. Ну, найти вариант. Чекайте зяблы. Ща мы с этим экспертом придем к тому, что вообще все тачки хуйни, лучше купить Рустрак и ездить на нем по селу с друзьями глэками. О боже. Да-да, значит, смотря. Mercedes Bank A-класса 160-ка, да, это, ну, я думаю, что крайне сложно будет найти, в принципе. Из Самары шел поток. Пожилой на нем енот. А енот тот непростой, с нестоячий он елдой. Пожилой сидит, лысеет. На стре он дико блеет. Лысиной в ночи сверкает. Член чужой он в рот пихает. Ой-ой-ой. Вот такую я бы себе купил джимку, блин. Ну она, блин, вот эта машина раньше стоила нормальных денег. Ну, в смысле нормальных, доступных, скажем, для всех. А сейчас эта тварь подорожала. Но мне нравится Джимми, она маленькая такая, блин. Вместо Нивы вообще must have. Я бы такую себе рассматривал, да. Если в хорошем состоянии, но в таком более-менее небитом, да. Вообще машина мне нравится. Да, Suzuki Jimny, прикольная машина. Полный привод, нормальная классная машина, must have. Да, на любителя, согласен, но получше, чем какая-то там Нива Chevrolet, вот это уебище, да. Значит, смотрю. Так, хуй, да, это. Ну, соляра обычная пойдет за 500. Mazda, вот это вот кал, вот эту вот машину абсосы покупают, да. Ну, то есть те челы, которые на чепырке ездили, да. А потом такие, ебать, если я хочу на марочку. Такой раз-раз поднакопил за 10 лет и купил себе вот эту Mazda. Сразу говорю, вот это брать, ну, я запрещаю. Такую машину я брать запрещаю. Потому что на них глэки одни ездят, да. Итак, Nissan Juke. Nissan Juke. Ну, такая машина, конечно, больше для девочек подойдет. Но в целом ничего такая машинка. Прикольная, да. Прикольная. Жуке. Ну, чтобы Жуке продавали за такие деньги, конечно, сложно найти, наверное, его нормальный. Ну, в целом, моя машина неплохая, если стоит столько, да. Вот это вот, сука, вообще, блядь, это он попал сюда по счастливому случайно, да, случай, то есть вообще эта машина не должна присутствовать вообще на автору и вообще в целом где-то. Но ей посчастливилось, она попала на сайт, вот. Поэтому эту машину просто как будто мы ее не замечаем. Вот это вообще не смотрим, это, блядь, для детка твоего, который не понимает, что такое авто. Вот это Шкода Октавия, это ты не таксист, а нормальный человек, потом даже не смотри в эту сторону. Октавия нет, тем более DSG, это вообще это пиздец, тем более старая DSG, это все. Купил вот эту машину, сразу, блядь, понял, что нахуй, нахуй жить, блядь, нахуй хуйня. Чего? Блядь, жучик схавал. Chevrolet Aveo, ну это вообще пиздец для глэков тоже. Обычно Chevrolet Aveo покупают те, кто живет в квартире, да.
вот, с мамой, с родителями, вот, и там, типа, бабка померла у кого-то, они в деревне домик продали, купили Chevrolet Aveo и телевизор большой, обычно эти покупают, то есть, ну, по факту хуйня, то есть, даже не смотрит, ну, не смотрите на эту машину, это кал, да. Ford Focus 3, прикольная машина, но я бы не брал, фокусы все-таки... хуёвенькие у нас за такие деньги. Мазда, вот это вот то же самое для абсоса, которая, блять, я знаю человека три, у которых такая Мазда, и они долбоёбы, вот 100%, да. Шкода Йети прикольная, тоже за свои деньги. Ну, она хоть симпатичная, хотя все там то же самое. Там коробка, движок тот же самый, Октавия. А вообще ВАХ не смотрите лучше, да. За такие деньги ВАХи не рассматривайте, хуйня. За 500 тысяч ВАХ нормально не купишь. Volkswagen Polo — это не ВАХ, это просто машина под, со значком Volkswagen. Это по сути не Volkswagen. Идем дальше. Вот это тоже, сука, кал. Это кал. Вот это, ну, соляра обычно нормально. Opel Zalupira. Ну, блядь, нормально, кал. М-ка, Мерс, охуенная тачка. Ну, если она, конечно, не ушатанная. Она не может быть не ушатана за столько лет, да? По сути, кал. Ну, то есть она уже отъездила. Ксан Йонги. Это вообще, блядь, ошибка, блядь, чела какого-то. Чел, у которого косоглазие, наверное, моделировал эти автомобили. Volkswagen Golf, машина классная, но за 430 тысяч вряд ли найдешь нормальную. Toyota Yaris, Ярик. Ну, это женская машина, сразу видно. Ну, она маленькая, как хуй мамонта. То есть, по сути, хуй. Вот это да. Вот это то, что тебе надо. Вот. Вот это, пожалуйста. Вот здесь все, все есть то, что тебе надо, как мужчине. Да. Вот это то, что тебе надо. Дед, да. Привет. Ха. С Рождеством. Тебя купил тоже. Ладу Спасибо. Весту по твоему совету. Нисколько не жалею. Нахуй, был выбор между Мерсом, БМВ и ладочкой. Спасибо я за совет. Я тебе не мог советовать Ладу. Аглыки и девочки пусть на Мазде, БМВ, Мерсед катают. Я Ладу никогда не посоветую, даже самому заклятому врагу, да, я Ладу не посоветовал приобретать. О, вот это, сука, машина, жесть. Ля, сука. О. Я тоже на днях, да, смотрел все Mercedes, BMW, Toyota, Mazda. Для девочек и глэков. Спасибо тебе еще раз за совет купить весточку. Ой, я сразу знал, что ты шаришь в машинах и знаешь, как дерьмо отличить от хорошей покупки. Ха, ебать, ты знаешь, как поговорят вообще пацаны все, да? Когда ты покупаешь Ладу, это пустая трата денег, то есть деньги на ветер, да? Даже некоторые, ну, там, про себя говорят: господи, лучше бы я деду задонатил эти деньги, чем купил вот это. То есть, когда на Ладу свою смотрят. Вот тебе и пожалуйста, вот и думай, головы. Глэк, ебать, ты глэк. Глэк, ебать, ты глэк.